24 июля, 20:00, Борисов-Арена. Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Батэ Борисов, Русинборг, Тронхейм. Белорусскому клубу не просто далась победа в предыдущем туре квалификации над польским Пястом. 10 минут отделяли выход поляков в следующий тур, но лидерские качества Захара Волкова помогли белорусам пройти дальше. Стоит отметить, что в двух играх с Пястом клубу Батэ пришлось отыгрываться. Здесь очевиден класс и опыт команды. Касательно предыдущего противостояния Русинборга с командой Северной Ирландии, лучше скажет итоговый счет на табло – 6-0. Команда более чем опытная. В послужном списке есть победы над Миланом, Боруссией Дортмунд. И даже над мадридским Реалом со счетом 2-0. Случилось это в 1997 году, когда Батэ еще под стол пешком не ходил. От этого противостояние только интересней. Букмекеры дают коэффициент на победу Батэ 2.18, на Русинборг 3.41, на ничью 3.17. Мы же рискнем угадать счет 2-1 в пользу Батэ, но во второй игре победа за Русинборгом и, соответственно, выход в третий раунд квалификации. Как бы там ни было, желаем командам показать красивый и зрелищный футбол. Подписывайтесь на наш канал, ведь Лига чемпионов только стартовала.